Всем привет, мои друзья, зрители канала. Подписываемся на канал, нажимаем колокольчик, ставим лайки, пишем комментарии. И сегодняшний утренний движ на Савеловской. И съездим на Новослободку. Ребята, спасибо за поддержку. Моральную, материальную, всевозможную. Спасибо огромное. Смотрим видос. Едем, сейчас проверим, проведаем Ксюху. Там ей вчера попросили купить некоторые товары. Ну, по Савеловской здесь пробежался. Едем, короче. Смотрим видос. Приятного просмотра. Всем хорошего настроения. Получше, чем у меня последние 3 недели. Удачи, всем успехов. Космос, блин. Что ты там загораешь, блин? Хуёво? Подписчик Николай вчера скинул немножко денежек. Сейчас я куплю тебе сигарет и пиво. А, просто хуёво? Нет, наоборот, не просто хуёво, а пиздец там всё. Ну, я не знаю, что ты над собой думаешь. Сейчас я возьму тебя. Все собираются на кругах. Космос, держи. Да. Пиво. Саш. Да. Где я? Чё? Давай. Ой, бля. Штаны хоть подтяни немножко, что-то лежишь. Я вижу. Штаны. Пиздец. Пиздец. На, холодненького. Мне пиздец. С сигаретами. Николай, подписчик, сказал тебе. Тебе лично. Мне пиздец. Пиздец. Вызывай скорую нахуй, езжай в больничку. Пиздец тебе. Я не возьму. Сам себя доводишь до такой хуйни. Тебе все делают, а ты как этот, как мудила. Я да. Я не смогу открыть. Сейчас я тебя открою. Работаю, я круглосуточно работаю. Это тоже работа. Кто бы тебе еще с утра за пивком сгонял? Космос, космос. Чудак человек, бля. Манька там сидит. Ну там ребята стоят, нельзя пока снимать. Попозже сниму. Салавди, тебе привет. Сейчас поеду к Ксюхе на Новослободку. Перемотай. Блядь, от космоса пиздец на. До суба долетает. Перемотаешь ей, да? Не, так сама нога это спала опухоль. Машка. Нормально, ну надо лечить почаще надо. Почаще. Снимай меня! Сейчас, месяцок, там. Все, космос, полегчало.
Пока еще нет, не дошло, да? Ну ты, блин, даешь. Манька, все мужики за тобой ухаживают. Ебаный. Закуска была разная, соль мелкая, соль крупная. Чиз говядина ее зеленая. И маленькая индейка. Кстати, там должно быть 85% мяса. Ну Манька, ну Манька. Звезда. Как в тему у тебя майка? МЧС России. Ксения Николаевна, доброе утро. Как ваше драгоценное здоровье? Кишки болят. Кишки болят? Ёб твою мать, что это такое? Фурункул? Или наткнулась где-то? Нет, не наткнулась. Надо, короче говоря, вишневскую мазь. Вишневскую мазь сейчас да. Купим. Окей. А это? Там чеченец тебе один. Подогрел немножко. Салауди. Да. Пошли, проводишь меня в перекресток. Бутылочку куплю. Подожди, я сейчас еще одну бутылочку. Мне надо воды набрать мне. Возьму, там просто хуйня одна бродит. Ну. Вот спят на лавках люди. Что-то я обняла как родную. Да я потому что у меня бывает руку тряханет и могу разбить. Я постоянно так стою, чуть ли не под мышку тряхаю. Чеченцу привет передай. Всем привет. Я так скучаю по водке. Девушка, не хотите бухануть? Нет. Пятница хватило, да? У Ксюхи утренний движ. Зарядить, это зарядка. Зарядить телефоны, шамелефоны. Все, полетело. Да нахуй тебе это нужно, блядь. Как говорится, об говно, блядь, руки пачкают. Где ты такую кепку модную урвала? Андрюха подогнал. Что тебе моя кепка не нравится? На мента похож, я аж испугался. Я в Парагвае же была всю ночь. А что там написано? Республика Парагвай. Парагвай. Ладно. А флаг русский, российский? Да, тут флаг российский. Все к всему. Хуй поймешь. Главное, от солнца скрывает глаз. В очках, потому что... Ты почему белому спать не даешь? Почему? А? Почему ты белому спать не даешь? Ну, у меня режим. У него свой режим, у меня свой. Вот сегодня я проснулась 7:30, а обычно просыпаюсь 6:30. Вообще кошмар. А он до обеда дрыхнет. Нарушение графика. Да пипец какой-то. Или я ходячая катастрофа. Погодка шепчет. Что такое? Коронавирус? Ага, коронавирус. Коронавирус есть или нет? Курить разные сигареты надо. Да. Кто и какую еще даст, да? ККД? Да вообще. Чужие. Наверное. А чужие-то вкуснее, что? Давай покурим твои, потом каждый свои. Все, на Савеловской давно было?
Недели две уже так не было. Там не я ходил. Только доносит это до Менделеевской, и дальше как будто лишь шлагбаум поставили, все, хоть не треснет. Савеловки умер. Никаких движух там нет. А кто там остался? Никому. С кем можно пообщаться нормально. Ну да. Все себе на уме думают такие умные. Только что там был, уже оттуда идет. Да что ж такое-то? Ох, рано. Встает охрана. Нормально. Только предводителя нет. А, есть. Будет. Скоро будет. Серега, наливай, ёпти. Да. Мню. Мню. Вся вода в споре. Нет, не вся. Черная отсутствует. Черная отсутствует. Черная отсутствует. Черная отсутствует. Где вся банда? Банда, банда. На удивление, я сегодня очень поздно проснулась для себя, нифига себе, 2 часа переспала, но проснулась от того, что у меня сушняк, мама, не горюй, до воды добраться не могу, думаю, да что ж такое-то, блин, как это так? Ксюха компот с утра сварила. На запивку. Вспоминаю, что у меня банка пива есть. Я ее потихонечку, сушняк сбивала. Буль-буль. Вкусняшка. Нихуя себе, ты уже разрабатываешь? Нормально. Благодарю, Александр Николаевич. Смотри там, не намажь, а то рассосется нахуй. Зачем ты тогда белому будешь нужна? Дурной. Позитивный ты человек, Александр Николаевич. Больше даже слов нет уже. Одни эмоции остались. Руками только помахать. Подзарядиться надо. А это, может, надо... Ксюх, может, надо было какой-нибудь лейкопластырь купить или чего? У меня есть лейкопластырь, да. И ножницы есть, так что не переживайте. Давай. Мне краску для волос надо купить. А-а-а. Салон красоты сходить. А в Пионерскую правду ничего не завернуть? Нет. Я понял. Спид-инфо. Хуй возьмешь с тарелки деньги, блядь. Уважаемые подписчики, спасибо за просмотр. Не забываем писать комментарии, ставить лайки. Подпишитесь на канал. Всего хорошего.